Перенять опыт у региональной инновационной площадки 2016 года пришли старшие воспитатели детских садов города и района. Отслеживаем каждый пузырек, поймали снизу, довели до верха этот пузырек. В прошлом году наша организация дошкольная выиграла областной конкурс «Региональная инновационная площадка 2016». И мы выиграли денежную премию за этот конкурс в 500 тысяч. И еще от муниципалитета нам выделили 60 тысяч. В итоге 560 тысяч мы потратили полностью на приобретение предметно-развивающей среды для детского сада. Самым крупным приобретением стало оборудование для сенсорной комнаты. Гостей поразили ожившие звездное небо и подводный мир. Также восторг вызвала воздушно-пузырьковая труба, которая служит для гимнастики глаз. Опытный педагог-психолог в этой комнате проводит занятия с малышами, чтобы они обрели гармонию с миром. Этот период считается сенсорным, то есть чувствительным к развитию. То есть то, что мы детям даем, они это воспринимают и больше развивают. Также для гостей детского сада «Журавлик» стало открытием внутренний конкурс педагогического мастерства «Я воспитатель». Солнышко, он чистое, любит скакать, с облачка на облачко перелетать. Вот так вот, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Финалистки, успешно прошедшие два этапа состязания, представили зрителям свои творческие номера. Среди грозных туч вы словно яркий луч. Мои дети, как же вами я горжусь, я горжусь. Каждый смотр-конкурс ориентирован на решение конкретной задачи. Например, такой задачей может быть прежде всего обогащение развивающей среды группы детского сада, повышение профессионального мастерства педагогов или распространение инновационно-педагогического опыта, или стимулирование осознанной активности педагогов. Победителя конкурса выбрали гости и жюри. По итогам голосования лучшим воспитателем 2017 года детского сада «Журавлик» стала Светлана Комарова. Полина Романюк, Евгений Стародубов, «Воскресенские вести».